Чтобы увековечить память легендарного милиционера, части улицы Красноармейской в Серпухове присвоено имя почетного гражданина Алексея Егорова. Сегодня в торжественной обстановке у здания полиции открыли его мемориальную доску. На мероприятии присутствовали родственники Алексея Филипповича, почетные гости, среди них и глава муниципалитета Юлия Купецкая. Человек-легенда, человек-эпоха, ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец, полковник милиции, почетный гражданин города Серпухов. Более 30 лет он проработал в органах внутренних дел, более 20 из них – начальником Серпуховского УВД. Об Алексее Егорове сегодня вспоминают с особой теплотой коллеги, друзья, родные. Он строил это здание УВД, он сплотил коллектив, учил каждого быть предельно ответственным за поступки. Сегодня Алексею Филипповичу исполнилось бы 100 лет. Сын Юрий вспоминает об отце с большой гордостью. Я как-то с ним вот сидел, разговаривал. Он говорил, тут мне делать нечего. Я вот сижу, думаю. И вот, понимаешь, вот это бы я сделал не так, вот это бы я сделал не так. Вот то бы я сделал не так. И что-то мы считали. Я говорю, слушай, все ты делал что-то не так. Все, вот ты переделал. А он говорит, я говорю, ну есть что-то хорошее-то. Он говорит, вам, потомку моим. Сейчас. Никогда не будет стыдно, никогда не будет стыдно за все мои дела и поступки. То есть я не совершил ничего такого, чтобы вы стыдились. Инициатором переименования части улицы Красноармейской в честь Алексея Егорова еще несколько лет назад выступил Совет ветеранов при Серпуховской полиции, многие члены которого хорошо помнят по совместной работе Филипповича. Так его называли почти все. Идею увековечивания памяти администрация поддержала. Это, конечно, очень знаменательное событие. Мы очень часто говорим об истории, и об истории Серпухова в том числе, и говорим о том, что мы должны помнить тех граждан, тех замечательных сотрудников, которые всю свою жизнь отдали служением государственному долгу. Тех, кто прославлял город Серпухов на всех рубежах нашей большой страны. Радостно за то, что и администрация, и депутатский корпус, особенно трудовые коллективы, там, где мы собирали подписи, жители улицы Красноармейской откликнулись именно положительно на вот наш призыв назвать улицы полковника Алексея Филипповича Егорова. Службы в Серпуховском отделе милиции Алексей Егоров начал с работы в военно-учетном столе, потом перешел в отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, затем возглавил уголовный розыск, а в 1961 году Егоров был назначен начальником Серпуховского отдела милиции. Благодаря ему почти все подразделения полиции сегодня собраны на Калужской. До этого службы были разбросаны по всему городу.